вечера всем днем. Сегодня у нас вторник, 10 часов 24 минуты местного времени. Мы стартовали в направлении Канзас-Сити. Решили съездить на один денечек, посмотреть, что же делается в соседнем городке. Мы встали на хайвей, летим в направлении Канзас-Сити. Судя по навигатору, город располагается приблизительно в 250 километрах от нас. Я думаю, что часа через три мы достигнем нашего пункта назначения. Обратите внимание, направо идет расширение автомагистрали. Здесь уже трехполоска, но ее недостаточно. Видимо, будет идет какую-то мощную развязку. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.